Овца относится к жвачным животным с развитым пищеварением, поэтому она без труда извлекает необходимые питательные вещества из концентрированных и грубых кормов. Овца более приспособлена к использованию кормов, чем крупный рогатый скот. Овцеводам известно, что тонкорунным животным достаточно зимой яровой соломы с добавлением в сутки 400 граммов сена, и овцы будут упитанными. В природе овец больше отвечают грубые корма, и они являются фундаментальными в зимний период. Сено с добавкой концентратов доводит продуктивность до высшего уровня. Грубые корма в сутки должны составлять 30-ю часть живой массы овцы. Количество сена зависит от качества корма и породы овец. Баранов и ягнят кормят лучше, мясных овец лучше шерстных. Суточная норма сена для романовской овцы следующая. Суягные матки 500-700 граммов. Лактирующие 800 граммов килограмм. Бараны 1 килограмм 1300 граммов. Ягнята 400-500 граммов. При недостатке сена зимой его на 25% замещают овсяной соломой. Ее добавляют к сочным кормам и сену. Солому запаривают и дрожжируют. Излишек кормов на шерстность не влияет. Она уменьшается при слишком скудном рационе питания. Потеря в весе зимой при недостаточном кормлении не компенсируется на летнем выпасе. Овцеводы знают, что большие овцы с длинной шерстью потребляют меньше кормов, эффективнее откармливаются на мясо, неприхотливы к кормам и стремительно набирают вес в молодом возрасте. Некоторые овцеводы зимой экономят на кормах, но кроме массы тела, овцы теряют вес руна и качество шерсти. Многие заболевания для ослабленных овец становятся бичом. Овцы любят свеклу и морковь. Зимой их следует давать ежедневно по 4-5 килограммов. Кроме этого, можно давать тыкву, брюкву, турнепс в количестве 3-4 килограммов. Лучшим концентратом является комбикорм, но стоит он дорого, поэтому замещается зерном и мукой. Из зерновых концентратов подходящими являются ячмень, овес и кукуруза. В сутки овца съедает 0,5 килограмма, производители больше. Овес является лучшим кормом для племенных баранов и подрастающего молодняка. Ягнята съедают 300-400 граммов в день, бараны – до килограмма. Кроме этого, овцам добавляют минералы и микроэлементы. Поваренную соль дают ежедневно по 10-15 граммов. В стойловый период овец кормят 4 раза в день. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.